Мама та, кто неизменно рядом. Только мама может так любить. Мамой быть – высокая награда. Вот что означает «мамой быть». Воспитатели и швеи, учителя и рабочие. Всего в этом году на прием к мэру приглашены 10 женщин. Всех объединяет одно – они носят почетное звание «мама». В любимых детей они вложили все свои душевные силы, а это помогло родным чадам добиться серьезных успехов в учебе, спорте и работе. Их вклад в воспитание и был отмечен на приеме у председателя горосполкома. Быть мамой – это счастье, это любовь. У меня 5 детей, значит, это в 5 раз у меня больше любви. Конечно, приятно, когда про мам не забывают, тем более, что многодетных. Это жизнь. Это мама, как в песне говорится, поется первое слово, важное слово в каждой судьбе, жизни ребенка. Это очень важно. День матери – один из самых трогательных праздников, ведь каждый из нас с детства до последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы. И совершенно заслуженно, что в столь светлое торжество для приглашенных женщин прозвучали самые теплые слова и пожелания лично от градоначальника Александра Студнева. Хочу всех поздравить, чтобы вы были такими красивыми, такими обаятельными, чтобы ваши семьи всегда приносили только радость, чтобы ваши дети радовали не только вас, но и радовали город, радовали страну. Потому что благодаря сегодня вам мы сегодня живем, мы сегодня строимся, мы сегодня строим свое будущее. Для матерей власти подготовили много сюрпризов. Одним из них стали поздравления дорогих детей и медийных персон. А еще прекрасным женщинам вручили цветы и подарки. И хочу поздравить всех матерей с днем такого красивого праздника. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успеха в личной жизни, удачи, везения и мирного неба над головой. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.